Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как отправить мне папку на мою почту. Для этого создаем папку. В этой папке фотографии, песня, видео, надписи, все помещаем в одну папку. Потом правой мышкой мы должны ее заархивировать. Нажимаем WinRAR. Добавить в архив. Нажимаем. Даем ОК. Она у нас заархивировалась. Вот она. Вот простая папка, вот у нас архив. Потом переходим в Mail почту. Так, написать письмо. Кому? Мы здесь должны ввести мой адрес. Его даже не нужно писать, его нужно просто скопировать. Копировать. В эту строку вставить. Во второй строке мы пишем фото. И прикрепить файл. Ищем наш архив, который мы заархивировали. Не папку, а архив. Вот он, наш архив. Вот такие три книжечки должно быть. Архив. Открыть. И вот он, закачка идет. Вот он закачивается. Все, галочка появилась. Он закачался, мы нажимаем «Отправить». Все, и вы мне письмо отправили. Вот оно. Спасибо.